Всем привет, ребята! С вами дядя Володя Страшный и кошки. Но дело не в кошках, а тремя минутами ранее. Что было сейчас? Ну, вот тремя минутами раньше я подъехал с работы. Вот так осветил фарами. Ну, в шестерке фары вот так пошире светят. И вот смотрю, в почтовом ящике там что-то. Не знаю, сейчас видно вам, не видно. Подойду поближе. Ну вот, в почтовом ящике что-то. Видите? Ну, я, сидя в машине, вот здесь, вижу, что в почтовом ящике что-то. И первым делом подумал, что это, наверное, мои знакомые баптисты мне книжку принесли. Как-то тут проходили мимо. Тетя с дочкой беседовали со мной, а я с ними. И им так понравилась моя беседа, что я думаю, что они книжку мне принесли. Но на самом деле было все иначе. Загнал я машину, подошел к этому почтовому ящику и вспомнил, что было сегодня вечером, когда я с работы отъезжал. Ну, отъезжаю я такой с работы сегодня, выезжаю со стоянки, пропускаю транспорт по главной дороге, который, ну, я-то со стоянки выезжаю, как бы я должен уступить. Проезжает белый Мерседес, ну, по-моему, 124-й. Ну и, короче, ну какой там кузов, 211-й, наверное, хера, я там особо не помню, не разбираюсь. Проезжает и поздоровался, так рукой кивнул. И такой, я в нем увидел, вроде как, Юрик, который мне планету третью продавал. Ну, бабушку. Думаю, у него фольцик был, транспортер Т4, на котором он эту планетку мне сюда и привез, с Ольшанки. Думаю, ну, Юрик, не Юрик, ну и ладно. Ну и поехал я в город, то все. Еду такой, короче, в город, приезжаю. Ну, а в городе такой я, короче, взял телефон позвонить сыну. А там у меня уже, ну, как бы, в звонках, смотрю, П3 написано, планета 3. Думаю, о, прям, либо Юрику позвонить. Спросить, когда же он мне все-таки книжку привезет по этому, документ на планету третью. Он же говорил, что есть, когда продавал. И вот, а продавал-то уже давно, как бы думаю, неужели вот, неужели. И представляете, вот все потом было то, что я вам рассказывал прежде. И вот эту я книжку беру, вот так достаю. А не баптистская книжка, а от, книжка от моей бабушки. Вот, вот такие подарки мне прям валят. Вот такой рассказ. Тут в этой книжке даже. Ну, книжка вообще видала виды. Видишь, видите? И... Ну и все тут есть. И номер мотоцикла, и все на свете. Вот так вот. Вот такая книжка. Теперь у меня планета с документом. Всем спасибо, всем пока. Вот такой рассказ. Спасибо человеку. Не обманул, отдал документ. Вот так вот.